Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Вятскополянский завод «Молот» не продали с торгов. На них никто не заявился, пишет «Навигатор». Начальная цена лота составляла 1,5 миллиарда рублей. На торги единым лотом был выставлен производственный комплекс предприятия. Это 91 здание и сооружение, земельные участки, машины, оборудование, патенты на изобретение. От покупателя требовалось наличие лицензии на работы с использованием гостайны, разработку и производство вооружения и военной техники. Кроме того, инвестор должен обеспечить сохранение целевого назначения завода. Программа «Экономика». ЦБ исключил из госреестра скандальную компанию Замытнинского района. Это микрофинансовая организация «Магазин Деньги». Компания выдала жительнице Кировской области заем по 2,5% годовых. Решение об исключении принято из-за неоднократных нарушений законодательства. В их числе нарушение требований при предоставлении отчетов, нарушение порядка расчета и отражения полной стоимости кредита в ряде договоров, нарушение ограничений к размеру неустойки для заемщика, сообщили в Центробанке. Экономика на 101 FM. Далее информация на правах рекламы. Если вы уже задумались или приняли решение о передаче функций бухгалтерии на аутсорсинг, важно правильно выбрать компанию-партнера. На что при этом следует обратить внимание, советует руководитель фирмы «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Самое главное – это договор, в котором в обязательном порядке должны быть прописаны такие пункты, как конфиденциальность, порядок передачи дел при расторжении договора с аутсорсинговой организацией. Немаловажным фактом является финансовая ответственность, то, каким образом она прописана в договоре и в какой части аутсорсеры возьмут на себя ответственность за ваш учет. Обратите внимание, сколько организация лет уже представлена на рынке, какие сотрудники работают в их штате, сколько их, какой у них опыт работы, чем они подтверждают прохождение обучения. Фирма «Бухгалтер и я» работает на рынке аутсорсинга более 8 лет. За это время ей доверилось более 150 организаций с различными формами и видами учета. Если вы хотите оказаться в руках профессионалов, звоните 24 70 79. Экономика. И о валютах. Доллар на сегодня 57,64, евро стоит 62 рубля 27 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.